Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юлий, первый день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox, достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день память преподобного отца нашего Петра, бывшего Патрикия. Преподобный Петр рождение и воспитание имел в Цареграде, от славных и богатых родителей. Отец его бе Патрикий Стратиг именем Константин. Сей Петр от юности к книжному учению прилежа, навыче философии добре и всю внешнюю премудрость пройде. Мужеского же возраста доспев, сопряжеся жене и по кончине отца своего прия честный сан туго, поставлен бе в Патрикий в одни благочестивия царицы Ирины и сына ея Константина. Ек даже прия царство Никифори бейст бран греком с Болгарей, в то время Петр началнейшим всех полков воеводою от царя поставися, и пойде с царем на Болгарей. Бывший же великой рати, первые греки победише болгаров, та же Божиим попущением Болгарей справившися, поразише греков люте, и самого царя Никифора убиша. Тогда и блаженный Петр с 50 князьми греческими от болгаров яд, и в узах к мучению и смерти держимый бысть. Молящуся же ему прилежно к Богу о своем избавлении, явися ночью святый Иоанн Богослов возле гейна Перси Христовой, и избави его от уз, и даже до Рима приведе. От того времени Петр всего себе даде на службу Богу, и вся яко сметие вменив, в Олимпийскую гору пойде, и ангельское житие прием, подвизавшись купно с великим Ионикием, и всякой добродетели навыче. Прибыв же там у 34 лета, прииде в Царград умерший уже супруги его и сыну, и первое при церкви от него созданной, глаголемой Евандристей, некое поживе время. Та же на особное безмолвное место отшед, малу келью себе сузда, и прибывственный 8 лет, власеницу острую на теле нося, нозы же во вся лето постнического житья необувенно имеше. Постом и бдением и прочими подвижническими труды и весьма себе измужди. Тако добре и богоугодно пожив, почив Господи, и причте се лику преподобних, славящих Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Амин. Конец жития преподобного Петра, бывшего Патрикия.